Всем привет, ребят! Давно вы уже просите записать, сделать рубрику, где будут вопросы и ответы. Решился я все-таки на это. Будем делать там, не знаю, посмотрим периодичность. Будете писать в комментах чаще, а не чаще. Видосик, потом через некоторое время будем читать под ним комменты, то есть под этим видосом. Следующее видео будет, будем уже отвечать на вопросы. То есть, самое, вот, самый, кем ты работаешь, откуда столько донатов, ты сотрудник IGG, накрутка и прочее. Да, ребят, это все, все правда. Пишите, короче, что вы хотите услышать. Задавайте вопросы. В этой теме мы будем поднимать вопросы серверов. Где какие плюсы, где какие минусы. Где лучше играть донату без донату, потому что многие из вас не знают, где играть, как играть, где лучше играть, и часто задают вопросы. Также можете там писать по комментам, писать по талантикам. Хотите вы видосы там по талантам, не вопрос. Пишите это в комментах. Тоже будем на это отвечать. То есть своего рода будет обратная связь, потому что многие не могут, скажем так, смотреть там видосы длинные, либо смотреть стримы, когда они идут длительное время, я там тысячу раз отвечаю на одни и те же вопросы. У вас будет возможность, помимо того, что есть видео, которое вы частично смотрите, нет, я не знаю, для кого их делаю, есть целые плейлисты у меня на канале, бездонатный аккаунт, есть донатный аккаунт, один, второй, третий сервер, все локации, в общем, все, что надо, вам надо просто полистать по плейлисту на канале и поискать, все открыто, то есть ничего не скрыто. Информация для всех одна и та же. Ну, не знаю, давайте я так начну вкратце, вы уже в комментах подхватите, кто что думает. Вот есть у нас, я играю, допустим, на сегодня на трех серверах. Русский сервер, там я топом был длительное время, я на него забил, причину вы, в принципе, знаете. Английский сервер, на котором я сейчас имею самый топовый твинг аккаунт, если так сказать. И китайка, где обновы, тоже у нас тут топовый аккаунт. Но я тоже сейчас его не качаю уже, не знаю сколько, после обновы, недели две. Потому что занят английским сервером, да, и смысла качать китайку особо тоже нет. Там и так все есть. Вот, давайте сразу посмотрим. Вот первое, о чем я вам покажу. Вот есть такие вот акции. Это акция на найм героя. Она идет там сутки. В чем суть? Вы можете получить за 150 роллинга, да, допустим, получить там 3 сумки огника, вот так вот и так. Давайте сейчас ради интереса я просто вам покажу, как это действует. Вот в чем отличие от других серверов именно китайки. Здесь есть возможность ролить за карты. За карты смены таланта, то есть в таком плане это реально преимущество по сравнению с другими серверами. Здесь есть роллинги по 1500, которые я тоже показывал. Просто обалденные, не знаю. Будем еще тестировать, когда они будут, но реально они очень крутые. А здесь есть топовые акции на трату, чего нету на двух остальных серверах. Вы можете получить огника. Тоже пишите, что вы думаете по этому поводу. Я не знаю, почему, допустим, для меня непонятно, почему этого не делают на всех серверах. То есть есть там другие сервера, почему не для всех, не все в одинаковых условиях. Ладно, по донату я молчу. Это такое, то есть это и так понятно. То есть ладно, но почему не сделать вот такие вот акции для бездонов одинаковые для всех серверов? Непонятно, в общем. В общем, смотрите, в чем суть. Видите карточки, да, 10 карт за 300 самов, на других серверах этого нет. Здесь это каждые выходные, вот, купил, потратил. Вот эта акция здесь каждые выходные. Такая акция, вот, пойдем сейчас чисто паролем ЗП-шки. Была бесплаточка. Вот наши значки почета. Вот, смотрим. Я могу паролить 100 раз, да, то есть я потрачу там 4 с чем-то миллиона, если я не ошибаюсь, значков почета.
Вот, заролил я 100. Смотрим сюда. Смотрите, вот, учитывается роллинг, да, ZP-шек там, учитывается сюда. Точно так же учитывается роллинг карт. То есть я уже получил, по сути, как видите, за сегодня 25 карточек смены. Это может делать любой бездонат, бездонатный аккаунт. Потом эти карточки вы можете тратить через задание. Вот у меня есть задание на смену. Захожу, поменять. Сменил. Забрал 300 там, допустим, самых. Надо еще разок. Вот. Забрал 300 самых. Либо же там будет на следующий или завтра запустится через 3 часа акция на таланты. Сливаете, накопили по 25 карт. То есть, по сути, там за месяц вы можете офигенные таланты получить, топовое там исцеление. Ну, все самые топовые таланты дают. То есть в этом для меня, я не понимаю, почему такое ограничение идет. Ну, это китайский сервер, не знаю, возможно, у них какие-то привилегии. Английский сервер обалденный для донатов. То есть на этом сервере чисто донатные акции, бездонатные тоже бывают, но все же этот сервер лучше, чем русский сервер, в разы. Вот такие вот акции, я уже показывал видосик вам, открыл, там разные шопинг спри, они очень часто, то есть коллекционеры, у нас коллекционер сейчас раз в 3 недели, хотя бы был раньше стабильно раз в 2, не знаю почему так, возможно завтыкали. Тут это раз, 2 раза в неделю, в принципе куча разных акций, куча всего, самые топовые рынки, где вы там даже за мелкий донат, за мелкий, вы можете купить себе скины, которые вам надо, то есть 2 раза за 10 баксов вы себе сразу же на 6 героев купили максимум скинов и прокачали их на максималку. То есть в этом плане здесь тоже круто. Ну, разные нюансы там. На русском сервере все самое печальное, скажем так. Поэтому я тут и начал бездонатный аккаунт, который я развиваю. Без доната, чтобы не было такого, как там, допустим, на английском сервере больше и на русском. То есть тут полный трэш. Поэтому русский сервер выбран именно для бездоната. То есть вот так вот. Пишите, что вы думаете. То есть будем это обсуждать, рассматривать. Кому что-то непонятно, тоже пишите. Будем. То есть это своего рода обратная связь. Будет проще, чтобы вы понимали, что, где, как, когда. Ничего себе. Целая карта смены. Вот. То есть такое вот... новая такая рубрика по поводу конкурсов. Давно уже не было. Думаю запустить конкурс, ну, обычный стандартный конкурс, без всяких там выдумок, чисел, всякой хрени, это все дичь полная, разводняк. Чисто написали коммент, как с вами связаться в этом плане, пишите, что вы хотите, как вы хотите, я думаю разыграть там, допустим, либо Огнекрылов, либо Розалинду. Опять же, на русском сервере это нереально сидеть, ждать эту Розалинду, на английском проще, там Огник. Либо Огники. Думаю, Огники более всем актуальны будут, чем Розалинда. Розалинда, конечно, кайфовая, но Огник более актуален. Тот же самый Ледяха, что у нас тут на русском сервере. Ребят, через 2 недели после обновы тут только возможно собрать Розалинду. Там она собралась уже фактически на следующий день. Ну, что я могу сказать? Ну, вот такой вот трешак. Ну, хотя бы начали 8 эмблемки продавать. Сейчас посмотрю, что тут. Так, 5-й день. Смешно на это, конечно, смотреть. А, такс. Ронинов продает. Еще интересное есть. Огника. Ну, вот Огника можно собрать. Опять же, он здесь дороже. Дороже, чем на английском сервере. То есть, по сути, тут вам вы купите 5 раз. Это 150 осколков всего вы соберете отсюда. Намного дороже такие итемы. По сути, 5 раз. Даже большой пак на английском чуть-чуть больше, чем большой пак на английском. На английском за полпака уже давным-давно продается. На Айсе то же самое. То есть трэш, ну, я не знаю, полный.
Поэтому пишите в комментах, что вы по поводу этого думаете. Также пишите, давайте будем про изменения, кому что бы вы хотели. Я думаю, тоже такую рубрику создать по поводу изменений. Что бы вы хотели, чтобы изменили? В первую очередь, ну, это, понятно, битва гильдии, там и куча локаций ненужных, нафиг их просто вводят, если есть интересные локации, но их до ума не могут довести, это тоже бесит. Ну, на английском сервере, как бы, где есть донат, то есть я не играю там в кучу разных локаций, не бегаю их, не прохожу, потому что у меня просто надобности в этом нет. У меня ресурсов, я не знаю, тут еще на пару лет, наверное, наперед, на прокачку героев, то есть у меня нету проблем там со скинами, нету с ресурсами, то есть с талантами, с героями, то есть захотел, зашел, выбил, то есть все, что надо есть, питомцы тут тоже наперед уже, там я не знаю, на сколько поколений, вот, поэтому вот так вот, вот такая вот будет у нас рубрика по поводу конкурса, тоже пишите, я думаю, ежемесячный делайте, там, рандомно, допустим, троих поберите или выбрать, наградить их овниками, либо там еще другими призами, то есть в таком плане, либо там еженедельно выбирать, ну я не знаю, еженедельно, честно скажу, мне проще ежемесячно, наверное, то есть кто вот на протяжении месяца смотрит, поддерживает как бы развитие канала и прочего, то есть вот так вот. Поэтому пишите комменты, что вы думаете, будем дальше уже трешевать. Всем удачи, всем по Огнекрылу, по Розалинде, там, ну конечно же на русском сервере это миф, на других серверах это более реально. Все, всем удачи, всем пока.